Как правильно заполнить декларацию, в какие сроки ее необходимо предоставить, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами. Ответы на все эти вопросы горожане смогут получить 15 и 16 марта. Налоговая служба проводит дни открытых дверей. Также все желающие смогут прямо на месте подать декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. Повторюсь, двери налоговые для консультации будут открыты 2 дня. Завтра с 9 до 20 часов, в субботу с 9 утра до 16:00.